Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по трем буксам. Я проверила их на вывод. Первый букс Zinc PTS. Минимальный вывод отсюда 10 центов. Я набрала минимальную сумму, поставила на вывод. Вывод обрабатывался. Надеюсь, это первый платеж, так как проверка кошелька. Ну и все такое. Так, вот 10 центов. Переходим мы на Coinbase. Вот 17 число. Это 1414 биткоин сатошиков получено. Так, далее следующий букс у нас идет Bigviz. Так, тоже я здесь вывела сегодня 6 рублей с копейками. Так, статистика есть здесь у нас. Разместить ваша статистика. Вот, всего выведено 6,63. Так, переходим на Payeer. 20 мая 2019 год. Перевод выполнен 6,56. Комментарий Bigviz. User мой ID. Следующий букс. Это lotspot.ru. Также я проверила его на вывод. 20.05.19, рубль 22. Статус выплачено. Все, вывод мне везде пришел инстантом. Вот с этих двух. Кроме где биткоин сатошики. Так, рубль 22. Вот это. 20 мая перевод выполнен. lotspot.ru. Аккаунт мой логин. Все замечательно. Кому интересно, пользуйтесь. Все три букса платят. Все замечательно. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.